Венеция. Город в течение нескольких веков, медленно, но верно уходящий под воду. Нижние этажи зданий, некогда стоявшие на поверхности земли, сегодня полностью затоплены. С каждым годом город погружается на несколько миллиметров под воду. Рано или поздно он должен будет полностью затонуть. Мало кто живет в этом городе, потому что невозможно жить в доме, у которого несколько этажей над водой, а один этаж под водой. Но тысячи туристов со всего света приезжают сюда каждый день для того, чтобы полюбоваться этой постепенно уходящей в бездну Атлантидой. Пропитанный плесенью и сыростью, он напоминает о скоротечности земной жизни и о том, что всему в этом мире придет конец. И город словно напоен музыкой. Иосиф Бродский, любивший Венецию и завещавший похоронить себя здесь, писал: «Мокрая коновязь пристани, понурая ездовая, машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну. Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая в разнобой тишину. Площадь пустынна, набережные безлюдны, больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе. Дева в шальварах наигрывает на лютне, такому же Мустафе. Так смолкают оркестры. Город сродни попытке воздуха удержать ноту от тишины. И дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры, плохо освещены». Не таким был этот город в 1678 году, когда здесь родился Антонио Вивальди, будущий великий композитор. Тогда город еще не был полузатоплен, жизнь здесь била ключом. Город был столицей суверенной Венецианской республики, во главе которой стоял дож, избиравшийся из числа 12 прокураторов собора Святого Марка. В Венеции процветали искусство и ремесла. Особое внимание уделялось игре на скрипке и других струнных музыкальных инструментах. Отцом Антонио был Джованни Батиста Вивальди, парикмахер и скрипач-любитель. Ребенок родился столь хилым и болезненным, что его решили крестить сразу после рождения, опасались, что ребенок не выживет. Но Господь судил ему прожить сравнительно долгую по тем временам жизнь – 63 года, получить всеевропейскую славу в качестве скрипача-виртуоза и выдающегося композитора, автора инструментальных концертов, опер, произведений духовной музыки. В наше время Вивальди знают прежде всего как автора «Времен года» – 4 концертов для скрипки с оркестром. Некоторые знают Вивальди как автора музыки для рингтонов. И мало кто знает, что он был священником, имел кличку «Рыжий поп». Решение служить церкви Вивальди принял в 15 лет, когда поступил в духовную семинарию. Одновременно он интенсивно занимался игрой на скрипке и музыкальной композицией. В 25 лет он принял священный сан. К этому времени он был не только дипломированным теологом, но и профессиональным скрипачом-виртуозом. Вивальди был назначен маэстро скрипки в одну из венецианских консерваторий, которая называлась «Оспедале делля Пьета». Консерваториями тогда называли сиротские приюты для мальчиков и девочек, где их обучали нотной грамоте, игре на скрипке и церковному пению. Именно для оркестра девочек Вивальди написал свои основные инструментальные концерты. Эти концерты исполнялись в церкви Санта Мария делля Пьета,
которая принадлежала консерватории. Сегодня эту церковь обычно называют церковью Вивальди. Антонио отличался слабым здоровьем. Он с трудом ходил, предпочитая передвигаться на гондоле или в карете. Вскоре после рукоположения в священный сан он получил разрешение не совершать мессу публично. Тем не менее, до конца жизни он оставался священником. Слава композитора неуклонно росла. По мере того, как его оперы ставились в лучших театрах мира, концерты исполнялись в лучших концертных залах, а партитуры распространялись через широкую сеть нотных магазинов. Будучи священником, Вивальди не забывал и о духовной музыке. Среди его духовных сочинений наибольшей известностью пользуется «Глория». Кантата, написанная на слова, известные в православной традиции под именем «Великого словословия». Кантата начинается с ангельского гимна, который впервые прозвучал, когда на землю явился Господь наш Иисус Христос. «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Эти слова звучат и в мессе семинор Баха, и в великом словословии Сергея Рахманинова из его «Всеночного бдения». Вивальди было около 60, когда он решил покинуть родную Венецию, приняв приглашение австрийского императора Карла VI. Это было неудачным решением. Вскоре после приезда композитора в Вену император скончался. Началась война за австрийское наследие, и всем было не до него. В поисках работы композитор ездил в Дрезден, но и там итальянского скрипача и священника мало кто знал. Неудачи подкосили и без того слабое здоровье композитора. В Вену он вернулся больным и разбитым. Вскоре он умер, и квартальный врач зафиксировал смерть преподобного дона Антонио Вивальди от внутреннего воспаления. Похоронен он был на кладбище для бедняков. Оставшееся после него имущество было описано и продано за долги. Место его захоронения точно неизвестно. Так грустно закончилась жизнь великого композитора, которому еще недавно рукоплескала вся Европа. Спустя 50 лет в той же Вене также грустно закончит свою жизнь другой великий композитор – Вольфганг Амадей Моцарт, который тоже будет похоронен на кладбище для бедняков, и место его захоронения тоже остается неизвестным. Сразу же после смерти Вивальди был забыт, и на протяжении 2 столетий о нем практически не вспоминали. Его музыка вновь зазвучала лишь в 20 веке, когда мир заново открыл глубину и красоту музыки этого величайшего итальянского композитора. Сегодня его концерты исполняются как известнейшими виртуозами, так и учениками начальных классов музыкальных школ. Когда 40 лет назад я учился в специальной музыкальной школе имени Гнесиных, я исполнял концерт Вивальди «Ля минор». Сегодня ни один начинающий скрипач не проходит мимо этого сочинения. Всю свою жизнь Вивальди прожил в городах. При этом он прекрасно знал жизнь итальянской деревни. Именно деревенский быт изображен в самом знаменитом сочинении Вивальди «Временах года». Партитура этого сочинения удивительна во многих отношениях. Каждому концерту композитор предпослал стихотворение. Предположительно, он сам является автором этих стихотворений. В отличие от обычных партитур, где композиторы вписывают ноты, темпы, оттенки, пьяно или форте, адажио или аллегро, Вивальди в партитуру вписал еще то, что изображает его музыка. Так, например, в первом концерте «Весна» рядом с обозначением темпа аллегро Вивальди пишет «Весна пришла». Дальше изображается веселое пение птиц, журчание ручья, придуновение легкого ветерка, молнии и громы. Вторая часть – это сон пастуха. Скрипки изображают шелест деревьев, а альты – лай собаки. Третья часть – танец пастухов. В партитуре концерта «Лето» Вивальди пишет: «В эту трудную пору, обожженную солнцем, изнемогает человек и стадо». Снова изображается пение птиц, но теперь уже каждая из птиц имеет свой характерный голос. Сначала скрипка имитирует кукушку, затем горлицу и, наконец, щегла. Веет нежный зефир, но пастушок плачет, боясь свирепой бури. Ему не дают покоя мухи и оводы,
изображаемые во второй части пунктирным ритмом скрипок. В третьей, наконец, разражается гроза. В небе молнии и гром, град срубает головки колосьев и горделивых злаков, пишет Вивальди. В первой части концерта «Осень» изображаются крестьяне, радующиеся прекрасному урожаю. Многие напиваются, и солирующие инструменты, скрипка и виолончель, изображают пьяных. Вивальди так и пишет в партитуре. «Пьяный идет, вот пьяный спит, пьяные спят». В финале концерта изображается охота. На заре охотники выходят с рогами, ружьями и собаками, зверь бежит, они за ним, звучат выстрелы. Раненый зверь, изнемогая, пытается бежать, но загнанный умирает. И, наконец, зима. Рядом с темпом первой части Вивальди вписывает в партитуру «Дрожать, заледенев среди хладных снегов». Затем он пишет «Бежать, поминутно стуча ногами об лед, и от страшной стужи стучать зубами». Во второй части пиццикато скрипок изображает капли дождя. Композитор рисует человека, сидящего в уютной комнате у камина, когда за окном накрапывает дождь. Третья часть сопровождается ремарками. Идти по льду, шагать осторожно, боясь упасть, скользить, падать на землю, снова идти по льду и бежать быстро, пока лед не треснет и не покажется земля. Концерт завершается столкновением сирокко и борея, сильного южного и бурного северного ветра. В этом цикле концертов композитор показал жизнь людей в течение всего года. Он посмотрел на эту жизнь со стороны и изнутри. Посмотрел теми чистыми глазами, которыми видит мир человек глубоко религиозный и в то же время глубоко гуманный, каким был Дон Антонио Вивальди. Но смена времен года – это и символ разных возрастов человеческой жизни – детства, юности, зрелости и старости. В финале цикла мы слышим отзвук смерти – но одновременно и приближение весны, намек на воскресенье, которое ожидает каждого человека. Антонио Вивальди, композитор и священник, своей музыкой напоминает о том, что жизнь прекрасна в разных своих проявлениях. Жизнь заканчивается смертью, но за смертью непременно следует воскресенье, подобно тому, как на смену зиме непременно приходит весна. Весна грядет, и радостную песней полна природа. Солнце и тепло, журчат ручьи, и праздничные вести зефир разносит точно волшебство. Вдруг набегают бархатные тучи, как благовест звучит небесный гром, но быстро иссякает вихрь могучий, и щебет вновь плывет в пространстве голубом. Цветов дыхание, шелест трав, полна природа грез. Спит пастушок, за день устав, и тявкает чуть слышно пес. Пастушеской волынки звук разносится гудящий над лугами, и нимф танцующих волшебный круг весны расцвечен дивными лучами.
Thank you.
полях лениво стадо бродит, от тяжкого удушливого зноя страдает, сохнет все в природе, томится жаждой все живое. Кукушки голос звонко и призывно доносятся из леса. Нежный разговор щегол и горлица ведут неторопливо, и теплым ветром напоен простор. Вдруг налетает страстный и могучий борей, взрывая тишины покой. Вокруг темно, злых мошек тучи, и плачет пастушок, застигнутый грозой. От страха бедный замирает, бьют молнии, грохочет гром, и спелые колосья вырывает гроза безжалостно кругом.
Шумит крестьянский праздник урожая. Веселье, смех, задорных песен звон. Вино струится, кровь воспламеняя, всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон. А остальные жаждут продолжения, но петь и танцевать уже не в мочь. И завершая радость наслаждения, в крепчайший сон всех погружает ночь. А утром на рассвете скачут к бору охотники, а с ними егеря. И след найдя, спускают гончих с вору, азартно зверя гонят в рог трубя. Испуганный ужасным гамом, израненный слабеющий беглец от псов терзающих бежит упрямо, но чаще погибает наконец.
дрожишь, замерзая в холодном снегу. И с севера ветра волна накатила. От стужи зубами стучишь на бегу, колотишь ногами, согреться не в силах. Как сладко, в уюте, тепле и тиши от злой непогоды укрыться зимою. Камина огонь, полусна миражи, и души замерзшие полны покоя. На зимнем просторе ликует народ, упал, поскользнувшись, и катится снова, и радостно слышать, как режется лед под острым коньком, что железом окован. А в небе Сирокко с Бореем сошлись. Идет не на шутку меж ними сражение. Хоть стужа и вьюга пока не сдались, дарит нам зима и свои наслаждения. Thank you.
Thank you.